Во Владикавказе стало на 100 деревьев больше. В Парке Победы сегодня посадили сотню саженцев клена. Участники акции – работники Министерства культуры Северной Осетии. Саженцы им предоставило Министерство экологии и природных ресурсов. Мероприятие – часть Всероссийского экологического субботника «Лес Победы». Приурочена акция к 75-летию Победы и входит в заключительный этап по высадке 27 миллионов именных деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне. Добавим, что всероссийский проект «Лес Победы» проводится уже пятый год подряд. За это время его участники высадили более 20 миллионов деревьев по всей стране. Все наши подведомственные учреждения культуры, которые посчитали, а все считают своим долгом эту акцию выполнить. Да? Мы как бы посчитали, что 100, как обычно у нас бывает, что не ожидали такого эффекта. Мы еще, я думаю, проведем такую же акцию.